Обгоняем по правилам и без риска. Перед началом маневра убедитесь в том, что полоса, которую вы планируете занять, свободна, и вы не создаете помех другим участникам движения. Спрогнозируйте возвращение на ранее занимаемую полосу. Если вы сможете вернуться на нее без лишних манипуляций, приступайте к обгону. Помните, обгон запрещен на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного движения, на нерегулируемых перекрестках при движении по второстепенной дороге, на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними, на участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения. При обгоне дистанция до впереди идущего автомобиля должна позволять вам набрать ту скорость, при которой вы сможете совершить быстрое опережение. Если обгоняют вас, немного сбавьте скорость, слегка отпустив педаль газа.